На Ямале ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется. Число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей снизилось в 2 раза. Количество обращений на номер 122 в 5 раз. Однако в Губкинском ситуация пока остается напряженной. В связи с этим временно не оказывают плановую помощь в городской больнице. Но по прогнозам специалистов, в обычный режим работы врачи вернутся уже скоро. Посмотрим, как будет складываться в дальнейшем ситуация. Планируется, что через неделю и другие медорганизации также будут возобновлять плановую помощь. Сейчас коронавирусом болеют порядка 14 тысяч ямальцев. За прошедшие выходные выздоровели более 5 тысяч северян. Добавим эффективные меры профилактики коронавируса, остается вакцинация. Пройти ее в Губкинском теперь еще удобнее. Возобновил работу прививочный пункт во Дворце культуры «Нефтяник». В будние дни сделать прививку можно с 14 до 20 часов, в субботу с 12 до 18 без предварительной записи, в порядке живой очереди. Узнать больше о пунктах вакцинации или вызвать врача на дом можно по телефону горячей линии 122.